Здравствуйте, мистер Джонсон. Как поживаете? Давно не виделись. Мы зашли, потому что нам нужно кое о чем поговорить. Ты хочешь что-то купить? Если нет, мы закрыты. Забирай своих ребят и проваливай отсюда. Ты лучше уйди. Нет, Стефани. Стефани, останься. Останься. Какое красивое имя, правда? Стефани. Слушай, этот старый пень твой дядя, да? Странно, они совсем не похожи. Совсем не похожи. Подойди поближе, я плохо тебя вижу. Слушай, старик, это последнее предупреждение, ясно? Или ты уедешь сам, или тебя отсюда вынесут. Ты понял? Поцелуй меня. Еще раз привет. Простите, что помешал. Но содовая выдохлась. В жизни я ненавижу две вещи. Выдохшаяся содовая – одна из них. А еще я не люблю подонков с татуировками. Малыш, магазин закрыт. Приходи завтра. Я бы пришел, но завтра у меня куча дел. Я бы хотел разобраться сейчас. Избавьтесь от него. Парень, прощайся с жизнью. Неплохо. Ладно, ребята, взять его. Ну что ж, удивил. В пятнице вас здесь быть не должно. Иначе мы вернемся. И этот каратист вас уже не спасет. Обещаю. Пошли, вставайте. Живо. Насчет содовой я пошутил. Она в порядке. Спасибо. До завтра, Стефани. Кто это был? Мой парень.